запретили Липтон, нахуй. Что буду, чем буду питаться? Ни Липтона, ни Доритес, ни Макдональдса. Если вы до сих пор думаете, что для меня, как для блогера, Инстаграм — это источник заработка, вы глубоко ошибаетесь. Если честно, я до последнего не понимаю, что делать, если ты не СМИ. Ну, типа, и как бы... Я не понимаю, что там делать, как там выкладывать фотки и просто рассказывать о своей жизни. Ай, в Инстаграм, да идите, ну! Я за тебя, блин, допела, за твоя Z, его, да, Россия, молодцы! Думу закройте, даже не санкции против нас, против тебя же делаете такую херню! Ну, какое вам благое зло, сделали тупые малолетки в Инстаграме! Вы, блядь, россияне, не нахопались никакой западной хуты! Тогда украинцев вот этих всех депортируйте нахер, брат! Где, сука, логика? Вот, смотрите, что они про Россию пишут! Насрать, что про Россию пишут, вызовусь я пользователь, которому нравится этот Инстаграм! Торнадр пишет, теперь я в ВКонтакте! Здравствуйте, ВКонтакт! Здравствуй, я не знаю, как, блин, даже на свою страницу ВКонтакте.